На поддержание бюджета Башкортостана из резервного фонда страны выделили почти 5 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства позволят выполнить все социальные обязательства перед населением региона и усилить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Всего финансовую поддержку получат 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. На эти цели выделили 80 миллиардов рублей. Большую часть из этой суммы получит Башкортостан. Напомню, ранее на поддержку бюджетов регионов было выделено более 200 миллиардов.